Дорогие друзья, советую вам приготовить суфле из индейки с овощами. Это очень вкусно и полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Нам потребуется 500 грамм грудки филе индейки, 1 большая морковь, 3 черешка сельдерея, болгарский перец. Я его разрезала на 2 части. Перец укладываем на противень, который у нас застелен фольгой. И отправляем в духовку при 220 градусах до тех пор, пока на кожице сверху перца не появятся черные подпалины. Тогда перец у нас будет готов. Грудку индейки, черешки сельдерея и морковь нарежем кусками в произвольной форме, для того, чтобы пропустить их через мясорубку. Запеченные перцы снимаем с противня и укладываем их в пакет. Когда они немножко полежат и остынут, очень будет легко с них снять верхнюю грубую кожицу. Берем перцы из пакета и снимаем кожицу. Она снимается легко. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку. В полученный фарш добавляем соль, перец и вымешиваем до гладкости. Прикладываем фарш в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. И отправляем в духовку, разогретый на средний огонь, где-то градусов 170-180, до готовности. Поверхность нашего суфле мы можем смазать оливковым маслом. Слегка, совсем немножко.